Смотрите, какая адская была температура. Мало того, что профиль алюминиевый от солнечных панелей расплавился, видите, в куски такие капли. Так еще каленое стекло, текстурированное, видите, вот. Я уже как-то показывал, что у всех оно по-разному. Где-то больше, где-то меньше. Вот эти линзочки. Все в зависимости от солнечных панелей. Где-то стекло толще, где-то стекло потоньше. То есть оно тоже отличается, видите, по толщине. И вот смотрите, элементы солнечные, они отдельно. То есть они выпали. Шины, которые спаиваются, элементы, они отдельно. Стекло, видите, некоторое каленое. Его просто в бараний рог скрутило. А некоторое, вот, которое выше было, где-то даже капли я находил. То есть температура была просто адская, что каленое стекло плавилось. Я даже не представляю. Просто от панели ничего не осталось. Это вот где-то массив здесь стоял, около 3 киловатт. Вот такие дела.